Что купить? Куда пойти? В чем пойти? С чем есть и чем строить? Расскажем подробно в Информбюро на ОТВ Серпухов. И пусть температура воздуха за окном все еще стремится упорно к минусовым показателям, и до первой зелени далеко, но внутренне мы готовы встречать самое прекрасное время года – весну, время обновления и радости. Прекрасно это знают в фирменном магазине «Дулевский фарфор». И именно здесь распустили свои нежные бутоны первые весенние цветы. Изящной вязью по фарфору, будто созданные самой природой, пустила нежные ростки сказочная флора. Но нет, их изобразили талантливые руки дулевских мастеров. Семейство пасхальных кроликов встречает посетителей магазина. Они непременно принесут удачу своим новым владельцам. В магазине «Дулевского фарфора» уже наступила весна, и мы этому несказанно рады. И мы, безусловно, ждем к началу весенних, многочисленных весенних праздников всех наших покупателей. Будем продолжать завозить новый красивый ассортимент товаров. И уже мы подготовились к ближайшим весенним праздникам. Первый праздник у нас мужской, и мы ждем женщин за подарками для мужчин. А вот и подарки для наших мужчин. Здесь балом правит практичность. Кружки с футбольной символикой, штофы для крепких напитков. Они будут очень кстати в теплой компании на грядущих праздниках. Здесь их великое множество. Сказочная рыбка, двуглавый орел, настоящая военная техника. Спорт, как и патриотизм, занимают особое место в жизни каждого мужчины. Олимпийский забивака и фигурки спортсменов порадуют одариваемого без всяких сомнений. Птицы – первые предвестники весны. Как дикие, так и домашние. Смотришь на важных хозяев сельского двора, деловитых гусей, и так становится на душе по-весеннему тепло и мирно. Этот столовый ансамбль пользуется большой популярностью у покупателей фирменного магазина «Дулевский фарфор». В нем есть все необходимое для кухни. О масленичных гуляниях не забыли в магазине Новоначарского. Удобные блинницы и масленки будут служить добрую службу не только в праздничную неделю, но и на протяжении всего года. Ну а прекрасных, нежных, чутких женщин поздравляем с Международным женским днем и дарим не менее прекрасные изделия из фарфора – «Дулевского фарфора». Хотелось бы сказать, как говорит сегодня молодежь, лайфхак для наших мужчин. Дарите своим женщинам цветы сразу в вазах. Это так удобно, это так красиво. Покупайте у нас вазы, ставите, помещайте туда цветочки, и это будет прекрасным подарком, который сохранится на время цветения, будет радовать глаз, а дальше будет оставлять о себе память. Здесь вы всегда найдете сопутствующие кухонные товары, передники и огромный выбор лаконичного кухонного стекла. Салатники и бокалы, кувшины и штофы, удобные и как бы растворяющиеся в пространстве, не утяжеляя интерьер. Разнообразие цветов радует глаз, радует покупателей всегда, и ценник очень симпатичный. По-прежнему сохраняется скидка в 25% на дулевские сервизы, а также происходит переоценка ассортимента. Так получаются новые весенние цены. Фирменный магазин «Дулевский фарфор». Ждем вас по адресу: улица Луначарского, дом 47/35. Торговый центр «Росинка», третий этаж.